Всем привет! Это Майнкрафт. У нас будет сид на замок здесь, на пустыне. Десерт темповый называется. Но ключ генерации будет это у нас. Я на пампке. Да, хет, вот так вот. Также оставлю выживание, я знаю уж вот этот вот команды вас научили. Команды, типа, подключить креатив с помощью команды. Давай генерируемся. Генерируйся. Это уже начался долгая генерация ландшафта. Видим, вот у нас пустынный замок. Надо поближе посмотреть. Вот дроппер здесь. Замки. Надо поближе посмотреть. Здесь уже уж замки. Вот это все. А теперь, ну, есть даже особенный. Вот здесь выход. Здесь, то есть, здесь ты поднимаешься. А сюда, вот. Ты же на месте. А в другой стороне тоже есть выход. Вот, кстати, здесь дроппер, в который можно спуститься. Если это не обнажено, ну, здесь получится ловушка. Вот сундуки. И, кстати, это, и дальше еще самое опасное. Это риф, конечно же. Это можно. Но если бы увидели бы, что мобы мог грибы. Здесь, кстати, я уж могу. Мне если я поднимусь сюда, то здесь будут оказаться мобы. Да, здесь очень будет страшнее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как я могу сломать этот камень? Камень крепче. Крепкий блок, кстати. Я вас убью сюда. И вот. Вы видите, здесь же замок. Ну, это будет тут мандатки. Майн лайв. Ну, кажется, вот такой вот обычный же. Типа здесь как египет. Здесь как пирамида, типа. А теперь уже будет. Здесь уже будет целый замок. Кстати, если мы, например, возьмем команду Гриф, команда П, например, Эндер, Шиф, например, Гудмет, лучше,
сказать, а у мазы сколько тут надо? Лучше возьмем, например, 25. Кстати, у нас стоит 25 алмазов. И кстати, если вы бросим в этот сабок, то что будет? Ну вот, ничего не стало. Да что это такое? А может быть две тать нажать? И все. А если будет кидать, кинуть какой-нибудь, если, например, оседающие зелья, там манги гиф. Оушен. 1.25. Получилось отравляющее зелье. Кинем, например, сюда. У нас появился эффект отравления, кстати. Да, только отравление пошло. Ну что, если будут алмазы, накапливать на самый важный информатор. Ну, кстати, если будет такой слишком важная ловушка, типа, это будет выполнено, например, в описаниях. Типа, уж могут проявляться, что эти чертежи, или может, это... Эй, да что, креатив? Зачем я в пещеру пошел? Откуда? Ай, я в пещеру. Так мне все это было совсем нелегко. Поэтому алмазы будут чувствоваться, что я люба. Наверное, 2.020. Я получил, что... Если вы нагреваете, то не ставите. Вы скорее, конечно же. Так, вот мы. Как появился? Какой-то секрет вам появился. Я его в описании оставлю, конечно же. 2.25, 2.26 локи. Так что... И, например, ведем... Я даже не раскрывался, что эта сумма будет действовать, что действует. Да. Ну вот, на свидание. Ну вот, всем удачи и всем пока.
что это было? Что? Ну и так, сперва подпишется на канал, где муж будет, как стайка. На видеороликах, да. Будет скоро 200, 300 видео, кстати. Осталось всего лишь 19-27 видео, что получилось 300. Откуда я упал? Мне надо попасть всё. Я ещё не туда пошёл. Я в пещеру, что ли, взял-то? Я что? Я выйду! Но если будет ответственно, если будет уж смерть, вот в конце, то это будет сделано, что это будет сперва в один день. Кстати, брат, мне надо быть... Да чего, Это целый день священные действия. Ладно, умирали всего лишь... это были не важные читы. Просто еще раз...